Приготовим рыбные котлеты из трески. Вначале мы рыбу пропускаем через мясорубку, получаем фарш. Дальше на растительном масле мы будем обжаривать лук. Лук можно мелко порезать. Подготовили все ингредиенты и будем смешивать фарш. К рыбному фаршу добавляем лук, дальше яйцо, потом зелень. Это может быть зеленый лук, укроп, петрушка. Дальше специи, соль, перец, паприка. И еще сухари, замоченные в сливках, либо батон в молоке. Дальше котлетки можно обвалять в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон. Котлетки получаются очень сочные, а подавать их можно с картофельным пюре. Приятного аппетита!